Прибыл на место. Приступаю к работе. Эрик, давай еще несколько партий. Мне надоели шахматы. Эрик, ну давай поговорим серьезно. Не хочу серьезно. Почему я должен всегда серьезно? Эрик, где ты? Эрик! Эрик, ты меня слышишь? Конечно, слышу. Эрик, ты ведешь себя нехорошо. Исполните мое желание. Эрик, прекрати. Переключись, я приказываю. Вот видите? А я не хочу, чтобы вы мне приказывали. Да. Эрик, электроник, я прошу, наконец. Я тоже прошу. Ну что ж, пожалуйста. Ты, Эрич, победишь, тогда и проси. Вам мат, профессор Громов. Как? Не может быть. А если так? Это абсолютно точно. Это замечательно. Это великолепно. Вот мы и добились своего. Значит, победа. Победа? Праздник. Да еще какой. Поздравляю, Элик. А теперь вы должны исполнить свое обещание. Ну, и чего ты хочешь? Быть как вы. Не понял. Выражайся точнее. Всегда поступать по-своему. И делать, что мне нравится. В общем, быть человеком. Понимаешь, малыш, быть человеком – это не совсем то, что ты думаешь. И потом ты создан для других целей. Чтобы играть в шахматы? Чтобы выигрывать. Нет, я не хочу. Я хочу быть как все. Как мальчишки по телевизору.